Ой, красота какая. Друзья, добрейшего времени суток. Я хочу поприветствовать вас на нашей пасеке, на нашей с вами пасеке. Ведь все вы были свидетелями, как эта пасека, собственно, образовывалась. Как она строилась, как вы переживали за нас. Как мы возили сюда бревна, добирались, ломались. Ремонтировались в тайге, снова ехали. Итак, Ванька в этот раз опять с нами не поехал. Спросил, можете вы без меня управиться? Никакой там работы нету. Все равно же типа делать ничего не будете, не строить. Если можете, то едьте без меня. Ну, мы сели с Саней и приехали. Вот. Так что... И на рыбалку Ванька не ездит, потому что он не рыбак. Ну и на охоту в этом году Ванька не приезжал, так как все вы знаете, что у его, она изъяли оружие, и он несколько лет будет у нас пешеходом, так сказать. Охота для него закрыта. К сожалению. Ну а потеплеет, конечно. Иваныч приедет, будем чем-нибудь заниматься тут, какими-нибудь хозяйственными делами. А пока он говорит, я буду собирать. Ему Джимика надо было доделать до конца. Он там раздатку снимал. И будет делать грузовика. Продолжать делать со своего грузовика монстр бездорожья. Поэтому, когда вот, говорит, у него отпуск, сейчас нужно позаниматься техникой. Ну, а я приехал, привез продукты собакам, мужикам продукты. И еще я привез сюда тарелку спутникового интернета. У нас в телеграм-канале все уже знают об этом, что я ее уже в облучье я уже настроил. Нашел спутник, все прописал. И отвязался от тех координат. Сейчас остается только здесь установить тарелку. И также найти спутники. Так, тарелка у нас будет настроена на юг. Вот в том направлении. Вот у нас есть тут прогал такой. Будем как-то вот настраивать в ту сторону. Вот здесь, наверное, скорее всего, вот на эту липу мы сейчас... Потому что земля промерзшая, нет возможности у нас вкопать бревна, щит там какой-нибудь поставить. Скорее всего, вот какой-нибудь липе прикрутим. Ну, еще и длина кабеля 10 метров. Ничего подходящего нет. Вот, скорее всего, к липе мы сейчас прикрутимся. Я понимаю, что ее будет ветром качать. Ну, тарелку вот на спутниковое телевидение мы тоже вон к березе установили. И стоит она, хоть и многие писали там, она собьется, будет там ветром. Стоит уже, я не знаю, сколько лет. И все прекрасно. Ни разу мы ее не перенастраивали. Ну и здесь, наверное, обойдемся этими мерами. У мужиков тут все прекрасно. Они на своем канале выкладывали. Дров валом. Продуктов море у них тут было. Ну, я все равно привез там для разнообразия каких-то еще. Здравствуйте. Здорово. Михаил. О, Андрюха, разбудил тебя. Ё-моё, что ж такое? Что у нас? Минус 22, пожалуйста. О, опять новости. Это Евгений Батькович, скорее всего. Никак нет. Нет? Проживая в полной изоляции, умудряется следить за новостями. Полная изоляция. А нехотя тут. Итак, все-таки установили антенну вон туда, на ясень. Потому как липа кривая, узкая, там кронштейн довольно широкий, площадь опоры большая, поэтому нужно было широкое дерево. Вот, взял Ромас. 220 нам нужно будет сейчас. Протягиваем кабель.
сейчас засунем его или в окно, или щель какую-нибудь сделаем. И внутри уже будет установка. Кстати, будет пример, а то многие мужики тоже же хотят, по-любому же хотят. А думаю, что своими силами не справятся. И вот у меня нет никакого образования специального. Ну вот один раз настроил в деревне. Но у меня были консультации. У нас был наш зритель, как оказалось. Мне порекомендовали человека. Дема, приветище тебе. Огромное спасибо за помощь. И вот нам парнишка все пошагово объяснял, потому что он уже 5 избушек, наверное, интернетом снабдил. Уже устанавливает как заправский мастер. Ну и мне по телефону объяснил, как что нужно делать. Еще видеосвязь. Еще инструкция видео была пошаговая. Вплоть до того, как болты закручивать с какой стороны. Все доходчиво. Мне кажется, мастер не нужен. Ну сейчас посмотрим, а то я тут говорю. А сами сейчас затупим в чем-нибудь. О, я же еще в избушке не показывал. Елочка тут у мужиков стоит красивенькая. О, кобелечек. Кобелечек тут, пожалуйста. Я вовремя. Дырдочка. Она же отверстие. Да вроде широко тут. Ничего, сейчас мы ее растерпим. Нам же тут надо прописать что-то в строке. Сейчас. А у тебя там сохранилось в строке. Сейчас загрузится. Ну, все. Еще этот не загрузил. 12. 13. 14. 13. 12. 11, 12. Братцы, очень нервная установка сегодня была. Долго не получалось, уже темно. Сначала здесь у нас антенна стояла, там деревья мешают, их валить никак нельзя. По итогу мы нашли длинный кабель телевизионный от антенны, как у нас был запасной. Поменяли кабель, обжали его. Кстати, вот эти фигня, вот, которые шли, ну, в комплекте. Наконечники, если будете брать спутниковые наконечники, которые обжимают кабель, обязательно заказывайте другие. Потому что эти фольга просто. Если бы они у нас сейчас они были, то мы бы не установили. Они у нас развалились. И по морозу там крутили, вертели, и они развалились. У нас были запасные телевизионные антенны. И вот у нас теперь, ну это уже финишный. И тут сейчас у нас все зависало, модем что-то отключался. Мы его перезагружали сколько раз. Потом кнопка Next, вот здесь уже финишная установка, когда уже сигнал ловишь, уровень максимальный сигнала. И там должна быть активная кнопка Next, она синеньким. Горит, а как, или каким? Синим, да. Должна гореть. Да, а горело черным, неактивное. И пришлось опять перезагружать. Ну, вроде, вот, процесс тут идет. Вот. Это связь с интернетом. Да, он сейчас ищет пакеты, принимает, отправляет. Уже темно. Что я тут покажу сейчас по темноте? Ну, антенну мы поставили туда же, где стоит у нас уличная антенна. На те же самые... Два дерева, две березы. Прикрутили там доску, тридцатку. Ну так, хотя бы попробовать. Найдем мы сигнал, нет. Я вон тут тропу такую натоптал. А вот там у нас стояла она. Как раз вот эти вот, вот. Вот эти два дерева, получается, они не давали нам сигнал никак найти. Вот. А здесь у нас целый прогал. Но он не такой сильно большой прогал. Ну вот, вот этот вот пятачок. Вот, и получается мы туда его настроили.
Вот у нас тут одна антенна, нижняя эти телевизионная, а и верхняя интернет. Вот я тут на этот вставал, на улик перевернутый, и настраивал. А Саня мне по рации говорил уровень сигнала. Осталось сейчас нам этот вот кабель как-то закрепить по деревьям повыше. Потому что растяжка такая, кто-нибудь в туалет пойдет и по-любому взорвется. Вот она тропа в туалет, и вот она растяжка. Надо тут что-то придумать сейчас. Ну, настраиваем дальше. Сейчас позвоню Иванычу, если все хорошо. По WhatsApp. Вот он офигеет вообще. Так, а мы тут начали установку такую же, которую делали мы в деревне пошагово. Оказывается, мы же уже все эти стадии прошли. И у нас уже должен быть интернет. Ну, Саня говорит, что есть интернет. Вот какую-нибудь любую страницу сейчас откроем. Какую бы открыть? О, Яндекс. Что-то думает долго. Сейчас модем поставим, будет быстро. Роутер ты имеешь в виду? Ну вот, карты открылись какие-то. Казань брал. Астрахань брал. Не брал. Так, ну Wi-Fi сейчас. Не брал. Так. Так, а что в поисковике нам написать? А тут есть какие-то огненный шар над Японией. Вот, пожалуйста. Вот все новости, ё-моё. Мы сейчас знаем про огненный шар над Японией. Это что такое было, да? Я не знаю, кто это. Но это в поисковике. Вот у меня. Это детский компьютер. Ну, дети. Школы. Дети огненный шар ищут над Японией. Молодцы. Да, может, реферат какой был, не знаю. Это я отключаю наш ноутбук. Ну все, братцы, это в нашей тайге первый раз такая. Вот это до этого на нас... Говорили чеканутые, что мы спутниковый этот поставили. Телевидение. А сейчас у нас еще у придурков интернет появился. Типичные орки. Орки, да, жилище орков. Типичные орки. Самое, ну да, нас тут ругали, когда увидели, как выглядит вот это зимовье, нам писали жилище орков. А орков интернет... Так, ну все, сейчас Wi-Fi настраиваем, и можно будет WhatsApp раздавать. Сейчас Иванычу позвоню. Это, конечно, сейчас надо будет, ну не сейчас, уже темно, закрепить, где-то как-то облагородить. Так, какой-нибудь щит придумаем. Саня проверяет. Но он же должен не сразу же, правильно? Ну, это уже заморгало, а это вот сейчас. Кстати, когда будете приобретать, обязательно смотрите вот эти разъемы, потому что... Могут не подойти, и нужны будут переходники для ноутбука. Ну, у тебя просто слим ноутбук, поэтому у тебя нет входа вот для кабеля. Ну да, да. О, простой ноутбук. Я не знаю, как это сказать на научном языке. У тебя тонкий. Ну. Убрал. Так, теперь нам нужен пароль. Пароль, да. У нас... Ну все, сейчас у нас... Иваныч! Иваныч! Да-да. Бляха-муха. Да, да. Ты чё, блин, ё-моё? Мы в тайге даже пользуемся видеосвязью. Ты там чё, лёпаешь? Ты где? Прикинь, братан. До дома, блядь. Прикинь, мы на пасеке. С интернетом. Вот в бараке. А? Всё, работает. Ну да, ты такой, как будто после наркоза, правда. Подлагивает еще чуть-чуть. Ну ща он разгонится еще. Че у тебя, как дела? Да нормально все, че, обычно. Я понял. Ну ладно, давай сейчас Сергею Санычу по видеосвязи позвоню. Давай, все. Да.
Так, ну все, интернет-салон покидаем. Иванычу позвонил, супруге с детьми позвонил, в телегу написал, всем похвастался, все рады. Просят стрим, ну какой стрим, вы что, ребят, тут скорость такая ползучая. Идем покушать. Так, что у вас кушать есть? А, Андрюха, что есть кушать? А накатить? Что, есть накатить? А я-то не привозил. Откуда у вас? А? Там? Магазин гоняли. Капец, магазин. Вообще непривычно. Идешь и это. Телефон. Бжик-бжик-бжик. Сообщения летят. Я вообще в шоке. Слушай, а что, тут тоже есть интернет? Да. Нет, там одна палочка. Ну, да, да. Ну, на улице, если выйдешь, будет три. Это стена мешает. Не, стен, все, интернет только вот для связи. Все, а то сейчас начнется. Ну вот мы тут с тобой стояли. Заявку, друзья. Да ты посмотри, опять эта мерзкая рожа, блин, передает тут что-то. А. Выключайте, я. Женька. Выключайте, это невыносимо. 120-й, конечно. Сколько я месяц уже телевизор не смотрел. Я тоже. А здесь только. Как не зайду новости. Ой, я сегодня с утра узнал, что там новости поменялись. Ну что, долбить. Можно уже не снимать, ты будешь смотреть. Для того, чтобы начать. Мини-фильмами. Так, у нас ужин. Прекрасный борщ, прекрасный ужин. Саня, он икры привез. Ну, пока только вот ставит на стол и убирает. Пока мы ее никуда не намазывали. Ну, хоть это, на душе тепло, когда видишь картину. Красная икра. Раньше часто на столе была у дальневосточников красная корочка. А сейчас не так часто. Жека что-то готовить собрался. Спагетти. Тушенку достал. Ну все, ужинаем. Вот еще, друзья, хотел показать. Викторыч, Евгений Викторыч, сделал горчичку. Ох, она ядреная. Это, как ты сказал, Андрюха, когда нюхнул? Чуть не отключился, говорит. Сознание не потерял. Вот, и сюда вот резиночку сделал. И такая вот лопаточка. Прекрасно, да? Раз, помазал. Все отлично, не потеряется. Очень хозяйственно, да? Вот кто в лесу, берите на вооружение. Очень удобно. Ну, надо спросить было, я же за ними пошел. Так а что он уже без пассатиш справился с речью? Так у нас все без мяса получается? Или там есть чуть-чуть? А, чуть-чуть есть. Я ж переживать начал. Как это за макароны? Эконом класс. Эконом. Ну да. Из магазина шестерочка. Шестерочка. Так, надо чай забаламутить. У нас Иван чай есть очень вкусный. Завтра покажу. Какой. Все, термос взял, пошел. Соседнее зимовье. Так и бегаем друг к другу. В гости. Набор ключей наш. Светло будет потом сложить его. Ой, хорошо. Прекрасно, друзья. Прекрасно. Знаю, будут там какие-нибудь старперы ругаться. Это что за тайга? Это нахрен это надо? Живите как хотите. Там и писали, некоторые полы нужны земляные. Зачем доской стелишь? Это вообще с ума сойти. Советы. Ну а по поводу интернета я знаю. Там сейчас закидают шапками. Ну сейчас это первый вот это момент эйфории это пройдет. Все. Потом только вот один телефон будет. Здесь, который вот для связи, и все. Чтоб никто не сидел. А было общение так же, как и раньше. Не знаю, получится это все
в жизнь как-то воплотить. Или нет. Сегодня два бака поставили с водой, чтобы теплее было. Прошлой ночью, ну не скажу, что прохладно, но еще и избу затопили перед нашим приездом. Не прогрелось. Ну так, свежо было. Градусов, наверное, 15-16, может. Терпимо. Саня делает сахалинскую ловушку. Типа кулемки на давок. На следующий год, говорит, если останусь, буду ловить. Я уже такую делал, но она сработала, а дырсу ее так и не зарядил потом. Я так могу что... только на новогодние каникулы приехать. Ага. С подарками. Пошли капканы позакрывать, а то Жека сюда не ходил, а они все закрыты на этом путике. Тут еще три капканчика осталось. Решили на следующий год сделать ловушечек, чтобы они пообветрились, потемнели. Зверек привык. Короче, чай пьем. Я сейчас пойду малыша посмотрю, что-то он там трется на одном месте. Может, капкан какой влетел. Долго уже, наверное, часа полтора, наверное, два. А Саня пойдет в обратку до снегохода. Там подождет. Я сейчас вещи ему переложу, там какие потяжелее. Сам подожду, пока он уйдет. И следом. Да не, надо кобеля сходить, посмотреть. Короче, ты будешь меня скрадывать, да, получается? Ну, не так. Наблюдать просто. Торопить. Наблюдать со стороны. Если в сторону пойдешь, куда окликну. Я себя чувствую местным оленем. Ку-ку. Так, знаешь, ку-ку. Если услышишь, не беги, это я. Самое главное, не услышать мяу. Не, тут им нечего делать, тут ничего нет. Пару козьих переходов прошли, и все, больше ничего не было. Капканы все гуманники эти разряжены, приманка сожрана. Жека поковырялся там с ними чуть-чуть. Бросил их. Пару раз пальцы отбил и бросил. С матами и все. Ушел. В освояси. Ни в каком капкане не был малыш. Пока я шел, он там кого-то держал. Видать, у него ошейник без датчика лая. Без датчика лая. Это у Златы. Она рядом была. А с малышом вот буря была. Потом они кого-то сорвали, я за ними пытался подрезать, и нифига, по такому снегу, в такие сопки, кого-то тут нахрен подрежешь. Вот, хотел поснимать немного, не получилось. А сейчас по навигатору смотрю, он уже около сани, там около снегохода. Мне километр 3, наверное, туда идти. Сейчас уже стемнеет. Такая прогулка получилась. Хорошая. Я как раз к ужину успел. Макароны у нас, которые спагетти. Ващевский. Ващевский. Еще чая надо шарахнуть.
Итак, прием пищи закончен. Беру ромас и иду устанавливать сигнал с внешним миром. Wi-Fi, все такое. Сейчас подключим. Вот же туго у нас настала, братва. По вечерам сеанс. Медовая. Медовая, да. Wi-Fi на медовая. Сладкая. А я в баньку пойду. Все затянуто. Снежочек, однако. Братва. Баллон газовый новый. Полный. Не новый, а полный. Ага. И что вы тут делаете? Чай пьем. Опять у них НТВ. Да что ты будешь делать? Что, горячий чай? Я с собой термос в баню наберу. А, да, все, да? А вы что не идете? Просыпаемся. А? Ждете, пока нагреется сильнее? Я, да. Еще можно. Так. Ну все. Ну все. Давай к стене живо. А почему? 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 Да светофор зеленый. А потому, потому, потому. Уйди, моя старушечка. И моя старушечка. Мою черочку, мою девочку. Мою маленькую. Состарилась так. Ты только состарилась у меня. Капец. Меня, наверное, старые охотники поймут, собачатники, которые переживают, когда... Ну, не подходящее слово переживает. Грустно смотреть, когда рабочая собака стареет. Которая была сильной, мощной, стремительной, злой к зверю. Все. Стареет, блин. Становится беспомощным. Жалко. Это звезды тем не менее, а звезды тем не менее, все ближе, но все так же холодно. И как часы забвения, и как часы забвения, грустим мы о земле, в земле видим сны. И снится нам не рокот космодрома. Ади Викторович. Наверху готовится к бане. Готовится. Тесто тут что-то поднимается. Фух, хорошо. Запарай тебя, Алексей. Спасибо, спасибо. Запарил, костюм свой нашел. А, тесто такое получилось. На хворост сделали. Тесто.
мать. Сейчас будем делать хворост. Легким паром, Андрейка. Точно. Точно. Получается вот такой хворост у нас получается. Опа. Вот не, а можно? Не, не, горячую не бери вот эти. Да? Вот. Хруст прямо будет. Сладкие. Кажется, пересолил их. Пересладкий. Не-не-не, нормально. Сильно сладкий. Не сильно. Вот джем еще возьмем. Вообще будет прекрасно. Джем? Угу. Будет вообще ништяк. Что-то поджарил чуть-чуть. Поджарил. Нормально. Угу. Такой, да? Баночку, да. Какой там есть, там выберем, какой он вкусный. Вот. Они же не все апельсиновые. Все-все. Все апельсиновые? Такой, короче, абрикосовый, апельсиновый джем будем кушать. Там подогнали. Браток? Зятёк. Хороший зять, хороший. Есть что взять, да? Хороший. Гости у нас. Здрасте. Гости пожаловали. Милости просим, пожалуйста. Я со своим пришел. Викторыч, этот хворост нажарил, да? Угу. Прекрасно, запах такой прям. Джем. Вы же сказали, чай будем пить. Они уже третий день не могут допить пол-литра спирта. Они его чуть-чуть выпьют, разбавят. Выпьют, разбавят, и он у них вообще не кончается. Это вообще, кончается. Это вообще выгодное капиталовложение получается. Ну. Вот на два раза осталось. Какой-нибудь виски сразу улетает. А виски не разбавишь, да. А спирт, все. Вкус портится. Так было задумано. Это лимонадик, пожалуйста. Это чай. Где? Это чай. Это... Вот сейчас чаёк. Да. Блин, тепло у нас, красиво. Шикарно все. Смотрите, какая красота. Саня помыл сегодня. Слегка. Слегка, да. Окошечко, все видно. Когда спать ложишься, все выключаешь. Тут все так, блин, офигенно. Душевненько. Цвета музыка. Так, наши где-то там фоточки. Помните у нас? А, вы не помните. На старой избе у нас фотографии наши висели тут. Нашей банды Сергей Саныч, Иваныч, Влад. Трофеи там наши некоторые, которые я всегда это фиксировал на память. Уже такие подвыцвевшие, да? Да, все там крыша. Ну, время. Время. Даже цифровые фотографии там? Да. Ну, так что можно заново распечатать. Только их нету. Я же спрашиваю, цифровые. Ну, в смысле цифровые, как? Ну, носить. Да, уже нету их. Ну, все да, уже там. Потеряно. Компьютеры поменялись, все уже поменялось. Поэтому
Блин, вот гирлянду, да, вот еще надо на елку. Блин, вообще просто шикарно было. Она же где-то раз... есть, где-то гирлянда, она где-то есть, были. Но она там изодранная вся. Спаянная, ну да, мы ее там ремонтировали. Там изоленты больше, чем гирлянды самые. Я ее там скручу, а там еще волосинки такие прям тоненькие прям, ну. Ладно. Без гирлянд в этом году. Есть, да, Андрю, где-то? Да сейчас мы лампочки покрасим, как в подъезде, знаешь, чтобы не воровали. Покрасим их в чем-нибудь. Я не знаком с такой техникой. В смысле? Лежу, не видел в подъездах, чтобы лампочки не тырили, что делают. Потом заходишь кому-нибудь, смотришь, красная лампочка какая-нибудь, рыжая там, синяя там. Не, ну обычно красная, оранжевая там. Воровали лампочки, плафоны не сдерживали. Вот красили их раньше. Ну, еще в те далекие года. Чтоб не тырили. Я но... не застал. А их все равно тырили. И перекрашивали, да? Отмывали. Машу уже не красили. Так, ладно. За волшебный Wi-Fi. А что, меда нет? А, есть мед. Все, мед есть. Все. У вас такой мед, то горячее, то холодное. Нет, буратино еще холоднее. Так у вас на полу там такой медотрезвитель. Не, ну здесь тоже прохладно на полу. В чай лимон не кидали? Нет. А зря. А зря. Ну и сахар не кидал, да, соответственно? Кидал. А, кидал. Mm-hmm. Четыре большие? Чай. Куда? Ну, тебя сколько? Три с половиной, да? Надо хлеб сделать, и ты еще же булочки хотел. Пиццу надо. Булочки я не знаю. А мы сейчас в интернет же можем залезать, мы сейчас можем рецепты смотреть, все что угодно. Это раньше приезжаешь, что-то забыл, и начинается импровизации какие-то, там что-то сам от себя добавляешь. А сейчас все, пожалуйста. Можно вообще все, тютельку сюзельку сделать. На, ты сначала так попробуй. Ты не пробовал? А ложечки нет? Одна на всех. Она в джеме. За ценой. А нафиг вам там джем? Вы что, пьете и закусываете джемом? Я вот хочу с джемом этим. Вкусно. Мне нравится это цитрусовый. Ты же знаешь, я тут, блядь, корки грызу. Я вон полез на второй этаж, я не смотрю, не по этим коробочке корочки лежат. Я хрустку. А я думаю, что ты там хрумкал? Ты под меня типа косишь, да? Ну, Андрюх, тебе долго отращивать. Боже, ты чё? Чего? Это не как борода, волосы по-другому растут. А мы вас остригём. Найдём. Сделаем парик. И так каждую ночь снится, как этот берлогу берет в одного.